Тенистые скверы, освещенные солнцем аллеи, огни ночного города. Погружаясь в ту атмосферу, которую создала в своих работах талантливая художница Ольга Данилюк, ощущаешь внутренний комфорт и умиротворение. Кажется, что под кистью мастера жизнь небольшого города Жабинка получила новые краски. В выборе цветовой гаммы, в подборе сюжета и персонажей для работы чувствуется профессионализм автора и ее особая любовь к тому, что окружает Ольгу в повседневной жизни. Работы созданы все под таким эмоциональным впечатлением от людей, от путешествий. И, скажем так, это мой первый опыт акварели, потому что до сих пор я активно работала в технике батика. А какие-то события в жизни, они приводят нас всегда к разным дверям. И вот в одну из дверей я вошла, познакомилась с акварелью, и влюбилась, и очаровалась. И итогом вот этого моего знакомства явилась вот эта выставка, которая представлена сегодня в стенах отеля «Эрмитаж». Гармонию натуры Ольги Данилюк и ее художественный вкус можно разглядеть в каждой работе. Во многом, как подчеркивает автор, это отражает ее внутренний мир, который сформировался под влиянием опытных наставников и педагогов, окружавших молодую женщину на протяжении всего творческого пути. Сегодня останавливаться на достигнутом Ольга не спешит. Считает, пока художник развивается, он интересен зрителю. Все новое, что приходит в нашу жизнь, оно заполняет ее новыми красками, новыми эмоциями. И когда в определенный момент ты понимаешь, что жизнь стала где-то, может быть, обыденной и серой, хочется взяться за экспериментирование. И вот таким образом начинаешь искать, где можно получить новое впечатление, новые эмоции. Познакомиться с работами Ольги Данилюк можно до конца сентября. Именно столько времени выставка пробудет в отеле «Эрмитаж». Экспозиция не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя и обязательно подарит лучик тепла тому, кто найдет в этом отображении мира что-то родное и знакомое. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».